У россиян появится мультипаспорт. Бумажные документы останутся в прошлом, их заменят пластиковые удостоверения личности, и они будут напоминать банковскую карту. МВД разрабатывает проект нового российского паспорта. Все будет храниться на маленьком чипе, в него будет зашита вся та же информация, что и в привычном бумажном варианте паспорта. Фотография, фамилия, имя, отчество владельца, дата и место рождения. Карточка паспорт будет содержать и отпечатки пальцев, а также в чипе будет встроена информация о водительских правах и СНИЛС. Когда документы войдут в оборот, пока в МВД не говорят.